Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик. Меня зовут Владимир. Я приветствую вас всех в своем канале. Я хочу вас поблагодарить за ваши лайки, за ваши просмотры и ваши комментарии. Спасибо вам большое за это. Оставайтесь со мной и ждите новых выходов моих видео. А сегодня, ребят, я продолжаю выживать в Last Day Survival. Да, я хочу пройти сегодня третий этаж в бункер Альфа, пока он не закрылся. Вчера мы прошли первый этаж, сегодня я хочу пройти... Вчера мы прошли второй этаж, а сегодня я хочу пройти третий этаж. Немного подготовился, я взял ресурсы, правда, я уже спустил их вниз. Все, ну вот, я спустился, короче, вниз. Сейчас я вам покажу, что я здесь подготовил, немножко поперетаскивал. Не хочу, чтобы по 5 раз бегать. Вот здесь у меня запасная броня, есть пикалет. Ну, как бы я пикалетов набрал кучу, это чтобы в третий этаж пройти. Кстати, ребят, я также хочу вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, здоровья, побольше пятерок, поменьше двоек. И слушайтесь мам и пап, и все у вас будет здоровски в вашей жизни. Поехали, у нас третий этаж, прохождение бункера Альфа. Я тут посмотрел, конечно, спустился, я уже забыл, куда топать. Вот тут яростный гигант торчит. Я тебя грохну, мне нужна твоя карточка. Тут и там, по-моему, эти токсические зомбики. А тут что? Ой. Здравствуй, здравствуй, здравствуйте, ребятки, здравствуйте. Меня зовут Бананчик. Что-то у меня со звуком. Очень громко звук орёт. Я аж на себя не слышу. Давай ты режь уже его. Молодец, молодец. Чё дали? Зеленая, оранжевая. Угу. Ладно, пофиг. Тут у нас где-то, по-моему, должна турелька стоять там дальше, да, ребят? Так, я бы отхилился бы, конечно, бы еще. О, водичка. Вот это хорошо, водичка, это хорошо. Водичку я, наверное, на обратном пути возьму. Хотя, давайте так. Мочегонку я буду, ребят, собирать ее. Я потом соберу. Я ее на разбор запихаю, ну, чтоб разбирать ее. Так, у нас, по-моему, кувалда была. Да, кувалда есть, это есть. Поехали. Сейчас мы толстому Чаполине по башке как двинем. Тут я не помню, кто стоит яростный. Тут толпа еще какая-то стоит. Тут надо как-то, короче, так подойти, чтобы убить вот этого. О, еще и мы токсичного толстяка по бубну. Сейчас, ребята, я заряжу как ему. Все, режем пилим. Режим пилим. Давай, давай. Молодец, солнышко. Молодец, какой ты хороший мальчик. Давай возьмем вот эту. Нам нужно турельку снять. О, потихонечку снимаем турельку. Давай, давай, сноси ее. Молодец. Кстати, ребят, также можно, знаете, что снять? Нет. Подождите. Сейчас, 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 сейчас. О, бах, бах. Снял. Одного снял. Хлоп. Второго снял. И там на пути останется еще один токсичный. Да, мужик, ты что, жрать опять хочешь? Ну, на, вот тебе, вот, на, жри. Куда банки исчезли? Блин, банки я бы тоже не выкидывал бы, потому что это банки алюминиевые. Потом на разбор алюминька будет хоть попадаться, получаться. О-ля-ля, какое хорошее оружие мне дают, а? Какое хорошее оружие, батенька, сюда надо поставить. Закраска, я потом приду. Что у нас тут? Блин, вот это восхитительная вещь. Это просто вообще изи. Так, ребяточки, давайте мы поменяем, наверное, сразу вот это на это. А это на это. Не хочу я тратить эту волыну, да все остальное. Поехали открывать. А тут у нас толстяк стоит. Блин. Будем экономить или не будем? Бегун и толстяк. Наверное, я не смогу. Нет, я не смогу, ребята, мимо пройти. Режем тогда их. Мы сейчас будем резать. Давай. Да ну нафиг, ты чё? Катану тратил, главное, на бегунов. А взял... Хотел взять эту штукенцию. Давай. Молодец какой. Зеленая плюс. Все, да? Тут больше ничего нет. Так, там, по-моему, у нас громила в том окне. Там дальше, в той стороне, внизу у нас громила находится. Сейчас посмотрим, ребят, что у нас в шкафу. О, еще водичка. Металл. Блин,
Это барахло я все буду собирать, но мне также нужно его будет относить, наверное, куда-нибудь в одно место, чтобы не таскать его вместе с собой. А здесь мы должны, по-моему, кислотную ванну еще взять. О, аптечка. Нифига тут воды. Вот это да. Тут что? Так, что мы возьмем, ребята, сейчас? Давайте мы возьмем глок. И глок, наверное, скорее всего, потому что здесь у нас вот этот толстяк стоит. Иди сюда, братан. Мы будем тебя резать. Ну как резать? Давай, 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 давай. Мочи его, мочи, мочи, мой маленький, мочи. Еще немножко, да не в ту сторону стреляешь. Давай, 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 минус. Ну, все, плюхнулся. Фу, какой толстый. О, плюс одна красная, это хорошо. Так, поехали, ребят, там я сейчас посмотрю. А, это туалет с ванной, да? Нет, это просто туалет. Засранец. Не зря его здесь поставили, чтобы он обдристал все здесь стены. Так, оранжевая. Ой, блин, да ну нафиг. Ой, как много тут ресурсов. Давайте я лучше сюда это все скину пока что временно. У меня, правда, здесь пока нет места. Карточки я буду собирать. Воду с этим. С аптечкой я тоже буду собирать. Так, поехали. У нас один пистолетик отъехал. Кто у нас там будет-то сейчас? Блин, я, конечно, бы лучше катану не тратил просто так. Давайте вот так вот сделаем. Там, по-моему, дальше у нас... А, это... Да-да-да-да-да-да. Идите сюда, ребятки, идите. Я вас сейчас прирежу. Первый, второй, выходи по одному. Вот так вот. Вам подарки на Новый год. Попой кверху. Давай, все. И тут зеленый. Так, там у нас еще яростный гигантик один есть. Давайте, ребят, я заодно глоки возьму. Сейчас мы будем его убивать. О! Так вот ты стреляешь, придурок. Вы видели, куда он стреляет, да? Я тоже офигел. Давай, 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 солнышко. Еще выстрел. Молодец. Смотрите, смотрите, смотрите. Танго вдвоем. Че, все, рефлекс сдох. Молодец. Цыпленок жареный. Толстожопый и пареный. Так, давайте аптечку съедаем. Ну там что, там у нас один этот, один фуфел там остался. Давайте вот так я сделаю. Блин, маленький ты заколебал, он опять жрать хочет. Вы посмотрите, какие статы маленькие. О, так у меня вода есть, что я туплю-то? Точно. Это мы удаляем, все, поехали. Там у нас один. Давай, псикай давай быстрее. Во, поехали. Режем пилим, режем пилим. Кстати, на той стороне у нас, по-моему, стоит еще один толстяк. Да ё-моё. А там еще есть. Вот там стоит, видите? Вот там вот. Смотрите, какая вещь. Правда, он сейчас у меня отъедет. Я ничего больше не смогу сделать. Но немного я сниму. Все. Видели? Отсюда можно толстяка убивать. Только, правда, с ВВС. С винтореза. Запутался в слове. С винтореза. Так, у нас там, по-моему, толстяк будет, так что давайте вот так вот возьмем, наверное, к толстяку. Я не помню, я смогу толстяку подойти, нет? Я что-то немножко этого не... А, здесь мне надо, да. Кто там стоит? Толстяк и... Блин, а там этот зеленый гном. И все, и все. Я думал, что я толстяка. Да, вот сюда мне нужен был гвоздодер, а я его не взял. Тихо. Тихо в лесу. Сейчас мы толстяка вырубим вообще. Так, знаете, что я бы сделал бы? Наверное, лучше бы вот эту истратил бы вещь. Знаю, что медленно. Жирный, здорово. Можно я рядом постою? Спасибо. Режь его, режь маленький, режь. Аптечек у меня пока что хватает. Давай, 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 давай. Во, фу, башка отрезалась. Ой, ой, господи. Да, ребята, блин, мне надо было... А в смысле там... Блин, там толстый сидит. Эй, толстый! В смысле сидит, стоит. Вот, блин. Там один толстый.
Правда, это все можно с другой стороны сделать. Давайте не будем мучиться, наверное, да? Сюда мы ставим вот эту вещь или вот эту, потому что там, по-моему, у нас сейчас будет двое толстяков. Даже не двое, четверо. А чего так много? Вы чё, отморозки? Давай одного. Сейчас я одного вырублю. Вот так вот за стеночкой. О, тихонечко. Ой. Нифига себе. Я думал. У меня оружие съехало. Блин. Нифига я тормоз. Тормоз с газом перепутал. Чё? Давай, качай свой жир. Смотрите, у него пузо как отворачивал. Воу, жиромясокомбинат. Хорош, ладно, давайте вырубать его. Все, хватит ему тут прохлаждаться. Ну дай мне, солнышко, хоть одну карточку. Блин, далеко улетел. Фу, такой зеленый. Так, где у нас там чувак, по-моему, еще должен быть? Тут, внизу, вот он там. Зеленую карточку мы заберем. Вот он тут. Так, открываем и бомбим. Да чё ты стреляешь-то не в ту сторону? Не дойдёшь. Я тебе сразу говорю, ты до меня не дойдёшь. От тебя просто кака воняет. И вот и всё, вот и не дойдёшь. Кто у нас там наверху-то, ребят? Там, по-моему, два толстяка также стоит. Давайте сейчас посмотрим, что у нас в этих сундуках. Ну! Да ну, чё такое-то? Ну, что это за ГГГ? Ну, краска, ну ладно. Ну, давайте, чё... Батарейки только для разбора возьмем. Я думал, хоть какое-нибудь оружие дадут там или еще что-нибудь такое интересное. А тут ГГ дали. Ну вот. Ну и еще ГГ номер два. Ясно. Давайте это все ГГ сейчас унесем мы в тот сундук. А я постараюсь, точнее не попробую даже, я постараюсь зайти наверх, взять оставшиеся свои все эти... Как? Оружие, ё-моё, напугался-то. Как-то не вовремя я забыл, что тут это пс есть. У нас, по-моему, здесь что-то в шкафчике было, нет? Не в этом, ребят, в шкафчике-то было. В этом ведь, да? Хорошо, давайте вот сюда я, наверное, складу. Хотя, что я сюда буду складывать? Я же сейчас наверх пойду. Так, взять все. А, много не влезло. Ну, что это за фигня, а? Карточки я сразу наверху оставлю. Нафиг я не буду их носить туда-сюда. Ну, алё, хорош. Давайте скинем воду. Кстати, воду мне надо сходить попец намыть. Чтоб от него не ванейлить. Это сюдымба. Пускай пока вот здесь будет сбор. Здесь я скинул бы... Блин, это все сюда не влезет. Не влезет это, ребята, все сюда. Давайте это все пока что в помойку тогда скинем. Ты иди лесом отсюда давай. Вот это сюда, это, вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Окей, аптечка еще дали. Пошлите, сейчас я жопень намою. Попец у нас намыт, чтоб поменьше воняло. Поехали сейчас, ребят, спустимся обратно. Так, сюда не пойдем. Вот здесь я сейчас заберу кувалдес, пистолес. И вот это все заберу. Бутылка нафиг останется здесь. Морковинс, иди ко мне, и ты туда же, сюда, точнее. Туда же. И запутался нафиг. Да, ботинки одни скоро отъедут. Нифига, я в одной этой спецовке уже, блин, практически все прошел. Поехали обратно. Ребята, я четвертый этаж нечаянно нажал. А как так-то? Блин, а что это такое? Я нажал циферку 3. А мышка соскочила, блин, и нажала на циферку 4. Ладно, не факт. Сейчас я пойду обратно на третий, на четвертый. Мне рано пока, чтобы, блин, там плавать. Вот, ребята, наш четвертый этаж. Но я здесь ничего не буду проходить, ничего не буду открывать. Нафиг, мне для этого очень рано. А тут что, один сундук, что ли? Нет, два. А, второй я не вижу. А, вон! Ха! Ребята, что второй сундук мне открыть? Мне надо этот... как это? Ловкость рук или что-то вроде этого, короче, выучить. Блин, ну короче, на четвертом нам вообще рано. Поехали обратно на третий. Вернулся обратно. Вот жалко, у меня опять винтореза нет. Я бы вот этого чувака винторезом сейчас бы убил бы. Глок ведь не достанет ведь до него, да?
Я же прав, да. Вот этого, да, я могу убить. А не жалко. А вот до того чувака я не достаю. Блин, ну жалко, конечно, что я не достаю. Ладно, ничего такого страшного нету. Открываем. И... Всё, ребята, я попал внутрь. Эй, жирный. Давай, 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 маленький. Чё с ним стало? Ну нафиг, всё, минус толстый. Оранжевый, я думал, мне дадут красную, мне дали оранжевую. Но это вообще как-то не очень хорошо. Так, надеваем, ребята, мы, наверное, вот эту штуку. Но она сломается, конечно, сейчас. Ну, мы кувалдой, ничего, мы убьем кувалдой того толстяка. Там же толстяк у нас стоит. Окей. Опа. Опа. Все, минус. И... Есть, ребята. Зря я морковку съел, правда. Давайте вот так вот будем делать. Так, там у нас опять яростный гигант. Блин. Да подожди ты, я пистолетик-то не взял. Ну что ты сделал-то? Вот ты черт безмозглый. Ну ладно. Блин. Минус столько времени. А, ребята. Я думал, я нажму на эту. Так вот стреляешь, так в него стреляй. Вот эта скорость. Воу, как с автомата. Та-та-та-та-та-та-та-та. Чё встал? Давай иди сюда. Минус. Смотри. Танго вдвоем. Он мне предлагает. Смотрите, смотрите, ребята. О, я иду к тебе. Все, замер. Плюс красная карточка. С толстяков всегда плюс. Дается. Хороший плюс тогда дается. Так. Кто у нас там? Ой. Ой. Давайте я истрачу вот это. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Хорошо, хорошо. Так, минус, давайте вот это тратим. Знаете, что я не поставил? Морковочку не поставил, ребята. Все. Я не поставил морковку и чуть от этого не отъехал. Ай, хилим. Ну и нафига я открывал его? Взломщик, да, мне нужно взломщика изучить. Блин, ну что такое? Ну ты, придурок, нафиг я его тогда открывал? Наверное, я открывал опять же для этого. А, кстати, уровень, точно. Дайте мне взломщика, плиз. Нет, ребята, взломщика мне не дали. Так, вы контролируете удочку лучше на 2%. Шанс получить щенка. Давайте вот это возьмем. Пока с удочкой будем справляться. Что у нас там за дверями-то опять будет? Давайте аптечки сюда скинем. А я не помню, что у нас там за дверями. Я правда не помню. Давайте вот так вот. Печатай, маленький, печатай. Чем быстрее напечатаешь, тем быстрее мы войдем. А, ну там эти стоят. Потихоньку вспоминаются эти этажи, ребят. Вода. Опять вода. Да что, кроме воды тут ничего вообще нету. Мы идем спокойным шагом. Да ё-моё, как ты меня увидел-то? Я же не пахну. У меня попа не в каке. Что такое-то? Давай, вырезай их нафиг потихоньку. Молодец. Зеленая плюс. Зеленая плюс. Давай отхилимся немного. Там толстик гигантик. Тут толстяк. Там, по-моему, тоже гигант. И дальше... О, тут много гигантов, ребят. У меня пистолета так не хватит. Толстяк. Эй. Ясно. Сквозь стену, но он меня бьет. Не знаю, как это получается так, конечно. Давай, давай, давай. Минус толстый. Отхиливайся потихоньку. Так, у меня один глок остался, ребят. Что мне делать? Я с одним глоком ведь вырублю один... Так я одного только вырублю. Этого-то я одного только вырублю, и все. А там еще один. Ой, у меня боты слетели, нифига себе. Вот это классно. Давай, все, все, все. Отдыхай с панюшкой толстожопой. Минус толстяк. Подожди, боты, боты, боты. Давайте наденем боты. Во! В ботинках-то я шевелиться буду побыстрее.
Так, открываем шкафчик. Ну, в этих шкафчиках, ну, ничего интересного вообще нету, вообще полностью. Ой, удивили. Удивили. Вот алюминька, это хорошо. Это на разборку. Здесь еще один гигант. Как всегда. Давай, пока он идет. Сколько мы снимаем? 200 хп мы сняли, пока он шел. Давайте в дверь попадем. Минус. Ну, давай еще 6 выстрелов. Есть. Минус толстый. Да что ты мне красную-то не дал? Пингвин толстоголовый. Давайте открываем следующий шкафчик. Пистолета сколько нам хватает на толстяков? Я уже второго толстяка убил, но правда у меня не цел... Ой, штанишки. Как раз, блин, униформа как раз была бы, да, целая. Но правда ботинки у меня уже ушли. Здесь никого. Там яростный гигант. Да, опять. Не знаю, стоит ли его открывать или не стоит. Не знаю, ребят. Так, это я заберу. Блин, у меня вообще места опять сейчас не будет. Давайте я тогда вот это все пока что здесь кидаю. Пускай она будет тут. Не буду я таскать его никуда. Правда, я толком не помню, а для чего вот эта фишка, вот эта? Что за разблокировку я сделал? Открытый сундук-то? Поехали, толстяк, да. Сундук открытый, ребят. Я его заберу, конечно, сразу же. Давай, иди, шевели толстым мясом быстрее, ну. Сейчас я тебя вырублю. Да, ты там побурли, побурли мне еще. Ой, а мне хватит выстрелов-то? Да, ребята, только-только хватило. О, плюс одна еще красненькая. Я достал у себя с почты еще один глок на всякий пожарный, чтобы он у меня был все-таки. Не помню там, что дальше у нас будет сейчас. Так, давайте вот так вот поменяем. Алло, хорош мимо дверей-то бегать. Чучмек. Бежим прямо в двери. Все, открываем этот сундук. Что в сундуке, как вы думаете? Я думаю, что там... Г-г-г-г-г-г. И там у нас желтая карточка и есть понемножку. Да, все равно. Г-г. Давайте это я все здесь выкину, чтобы у меня в инвентаре был чистота и порядок. Хотя бы было бы пространство, чтобы положить еще что-нибудь. Здесь, по-моему, кислота вот в этом, да, вот в этой стороне кислота. Мышка видна? Видна, слава богу. Так. Толстяк. Угу. Подожди, подожди, толстяк, сейчас я возьму кувалду сначала. Так, кувалду, вот эту кувалду я возьму. Ну, давайте. Толстяку, самое главное, толстяку заехать по башке. Больно и сильно. Ой, а там еще один толстяк. Да вы че, нифига себе. Маленький, ты че так долго режешь-то их? Давай, 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 давай. Молодец какой. Какой молодец. Вся форма у меня покраснела, кроме ботинок. Ну, ботинки-то у меня хорошо стоят. Хавай морковочку. Давай еще дополним тебе сюда, чтобы было все хорошо. Так, давайте сейчас заберем карточки все заодно. Так вот, во. Вот здесь лежит сундук. Его даже видно на карте, ребята, да, видите? Но здесь зомбаков вообще много. Вот в этой части света там зомбаков вообще куча. Ну там, сколько там сундуков-то? Кто помнит? Я не помню. Блин, вот это да. Вот это да. Вот это вообще превосходно вообще. Давайте берем катану тогда. Тут очень много зомбаков сейчас будет. Вон тут их полным-полно. Идите сюда. Ой-ля-ля, ой-ля-ля. Мы бежим-то вот сюда. Да, их там вообще. Ёшкин, матрёшкин. А как ты меня попадаешь-то, чучмек, толстой жопой? Минус. Минус. Ха, сейчас потихоньку. А чё-то по мне один бьет ведь, да? А, все, теперь по мне вообще никто не бьет. Ладно, ждем. Так, вот, по мне теперь лупить начали. Токсичный там зомбак. Тихо, 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 маленький. Вы чё так разбушевались-то по мне? Ой, подождите, а я в трусах стою-то. Так, давайте, наверное, вот так вот лучше. Ай, ну хотя вот так и будет. Я хотел новую чистую форму взять. Ну ладно, вот так вот пойдет. Отлично.
Так. Давай, 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 давай. По мне один лупит-то. Так. Алло, я не тем луплю. О, хорошо. Давай, 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 маленький. Давай, давай. Так, давай сюда зайдем. Сейчас отхилимся, ребят. Блин, я говорю, эти толстяки очень сильные. Хавай, хавай. How are you? Я тебя все равно вырублю. Так. Ну давай. О. А чё я не попадаю-то? Блин, тихо, тихо. А чё у меня? Блин, знаете что? Я неправильно делаю. Вот так вот надо делать. Вот. Чтоб у нас оружие было вот там сверху, а не снизу. А то снизу оружие, если стоит, оно нифига не переключается потом. Так, давай, давай, давай. Алло, а чё ты, блин, не бежишь? Во! Нормально. Видите, она так... Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо. Да понял я, ах ты... Какой ты умный-то, толстожопый пингвин. Какой он умный, да, ребята? Взял, обошел. Есть одна проблема, конечно. У меня с аптечками нифига не это. Давай так, тогда так вот так сделаем. Сейчас соберем все билетики, которые мы здесь понаходили. Я чуть не отъехал, ребят. Я чуть было не отъехал. Да что у меня зеленый-то? Давай, фу, давайте, даете. О, одна красненькая. Око-то лично. Хорошо. А, нет, нифига, тут почему-то два сундука. Забираем первый. Тут краска. Блин, ну давайте, ладно, я буду брать. А то я уже в двух сундуках все пооставлял. Вот, аптечки, ребята. Вот этот сундук мне очень понравился. Мне дали 4 хороших аптечки. У нас осталась катана и кувалда. Плюс у нас там кувалда и... Ну, один глок, можно так сказать, да? Один глок, ребята, остался, потому что там глок уже не глок. Тут у нас 3 чувака. Иди сюда, эй! А ты что, меня не видишь так? Ну, идите сюда. А, там толстяк стоит, блин. С толстяком будет, наверное, проблема опять. Ладно, идите сюда. Пошлите, пошлите, маленькие, пошлите. Вот сейчас опять в этой стороне станем вот так вот. Смотрите, а я вас вижу, а вы меня нет. Ха-ха. Давай, жирный, где ты там ползешь сзади? Последний. Так, вот так вот. О! Минус один. А чё? Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Минус два. Ну давай, толстяка-то вырубай молотом. Лучше молотом. Как раз молот сейчас вырублю. До конца. Пускай. Ладно, молота мне не жалко. О, еще левел. Блин, не надо аптечки, я чуть аптечки. Че, мне не дали вообще ни одной карточки? Ну вы упыри. Так, ребята, че, вы тратите на 8% топлива меньше, у вас есть шанс, у вас есть шанс. Давайте топливо. Да, топливо. Пускай будет топливо у нас лучше. Так, в том сундуке у нас ресурсы, надо не забыть, забрать будет, а то я забуду. Подождите, по-моему, я вот тот сундук не проверял еще. Окей. Тут плюс сундук. Кительно, одно, однако, однако. Так, спирт. Окей. Тут у нас толстячок. Угу. Так, толстяк. Как бы мне тебе так встать? Во! Ну, по 9 хп так. Я не вижу, чтоб ты ломал так много мне. Все. Минус молот, ребята. И минус толстяк. Так, ага. И минус заодно аптечки. Ну, это вообще плохо. Блин, еще и аптечки улетели мои. Что мы делаем, ребят, дальше? Наверное, ставим мы кувалду. Не в то очко. Ё-моё, чуть не сказал, не в то очко. Ну ладно, я все равно уже сказал. Здесь у нас яростный гигант. Нет, я к нему не пойду, ребятки. Не пойду я к нему нифига. Ни под каким предлогом я пока к нему не пойду. А, я открывал этот сундук, оказывается. Ну так я сюда тогда это все барахло и скину. Вот так вот. Водички я попью, конечно, чтобы...
Ну, не хотелось пить, что ли. Так, бутылку я скидываю. Вот еды. Лучше бы вы мне еды много дали бы. Было бы вообще восхитительно. А так у меня еды нету. Тут же рук нету. А нет, есть тут руки. Что такое? Что за звук? Так что ты нажимаешь-то не на ту кнопку? Толстяк. Вот тут яростный, тут толстяк, а вот там бегун, по-моему. Давайте толстяка вырубим сейчас тихонечко. Здорово, жирный. Давай, 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 давай. Все, все, минус, минус, минус. Все. Отдыхай, валенок. И там у нас кто стоит? А, ну это фуфел. Сейчас мы его, этого фуфла, уберем. Кё! Клюй землю, чучмек. Окей, ребята, я практически прошел второй этаж, но здесь у нас, смотрите, яростный гигант стоит. И толстяк. И также там еще 5 человек. Ну, там бегуны, так это ничего страшного. Вот с этим яростным гигантом так проблемы будут. И я бы хотел бы, наверное, еще попасть бы вот за эту решетку бы, конечно же. Хочу, даже хочу. Но я, наверное, не попаду. Потому что я не могу дострельнуть до него. Там есть сундук. Блин, хотел бы полностью зачистить, конечно же. Так, я с ним здесь смогу развернуться? Нет, наверное, я не смогу здесь с ним развернуться. Ребят. Все, минус оружие. Поехали, я сейчас пройду эту красную кашу. Кто меня там царапнул? Хотя вот здесь стану сейчас. Подождем этого чучела. И убьем его нафиг жестоко. Пристрелим, как собаку. Беги, беги. А, какой ты бежишь там, тащишься. Вали, вали его, вали. Во. Ес, ребята, плюс красная карточка. Да, ё-моё, опять оранжевая. Ха, ну это, блин, это как-то, ну это кака какая-то. Так, так мой, я могу отсюда выйти уже ведь, да? Во. Хорошо, плюс сундук. Да. Можно было бы и не открывать это все. Поехали, я сейчас, наверное, скину это балалейлу. Сразу же в шкаф я сюда вот выкину и это все. Вот так вот. Блин, лучше бы вы мне еды дали, а? Ну правда, у меня еды вообще нема. Так, здесь руки, оказывается, есть. Вон они торчат. Пистолет у нас немножко осталось. Чё ты медленно? Ещё пошло так. Так, у нас там есть толстяк и есть яростный гигант. Блин, хотел удалить. Нет, мы ничего не будем удалять. Пистолет. Я надеюсь, что пистолета мне хватит. Сейчас откроем. Толстяка, да, я толстяка убью. Толстяк, по-моему, быстро двигается, чем яростный гигант. По-моему. Так, пошли со мной. А! Ё-моё, так этот еще там будет стоять. Все, ребят, сейчас я его прирежу тогда. А еще я в трусах остался. Вот так вот. Минус толстячок. На изи, ребята. Сейчас я надену тогда... Наверное, блин. Давайте я, наверное, переоденусь полностью. Это я потом как-нибудь истрачу. Вот так вот. Пускай эта формула... формула. Форма тут стоит. Ну, от этого гиганта будем потихоньку тогда вот так вот убивать. Я надеюсь, что у меня пистолета хватит все-таки на него. Давай, давай, маленький, иди сюда. Вот, в проходку, иди сюда, во. Ага, там стенка какой-то. Да хорош стрелять-то, ты че? Он сам по себе, ребята, стреляет. Че за бредятина такая? Нифига себе у меня игруля. Все, ребят, я открыл. А, те ворота тоже открылись. Блин. Пистолет. Я не хочу пистолет тратить. Ну, правда. Ну, пистолет, ну, не очень хочется тратить. Давайте, наверное, вот так вот я сделаю. Там вот ванная есть. Так, и их 6 человек. Блин. Ха, самое главное, сейчас бы мне не отъехать. Ну, поехали. Ну... Давайте. Я две аптечки всрал. Ё-моё.
Я просто две аптечки в никуда вложил. Вот это да. Блин, у меня аптечек больше нету. Нету, ребят, аптечек больше. Последняя аптечка на руках. Все. Все. Я думал, сейчас я откисну и все, и будет жопа. Так, алло, валенок, дай-ка мне зеленую карточку свою. Так, вот давайте я все-таки страчу. Это последняя аптечка. Больше у меня аптечек нету. Ну, сюда на второй... почему на второй этаж? Ну, на третий этаж у нас два стака ушло. Ну, еще ботиночки дали. Хорошо. Два стака ушло морковки. Сколько там? Четыре аптечки. Йес, ребята, доступен чертеж. Все, почистили. Всех убили, кто был на этом этаже. Давайте откроем последний сундук. Что в нем, интересно? А вот тут дымба. Я, наверное, не пойду, ребята. Здесь газ. Вон, видите, даже пробивается сквозь. Вау, не-не-не-не-не. Да, я вижу, там есть два сундука, но... Я же откисну, если я туда пойду. Если сейчас... как эту маску от газа я найду. Если я найду, я... Не-не-не. Я, ребята, не пойду, потому что я не нашел. Давайте, наверное, сейчас соберем все ресурсы, которые у нас есть. Хотя, подождите, а тут что? А тут все. Хотя бы еще что-нибудь поставили, да, там какие-нибудь сейфы пооткрывать, там кодики по... Ну, ладно, не важно. Я тут уже куда-то очень далекие края попер. Фига, я даже не ожидал, что я в эти двери-то войду. Сейчас, ребята, я все полностью соберу, то, что здесь оставлял. В каких я тут сундуках-то наставлял, ё-моё. Жирные везде валяются. А чё я тут... Я же оставлял или где? Во, голова. Вот здесь я, по-моему, да. О, пол сундука, нифига себе. Также где-то у нас тут за компьютером должно быть тоже ресурсики наши все. Давай тут, тут пустота. В этом сундуке, по-моему, тоже у нас пустота. Да. Блин, вот что мне не понравилось, это то, что некоторые сундуки закрыты. Как я помню, когда я играл, да, ребят? Не было такого, что сундуки были заперты. Было можно открывать вот все сундуки, которые здесь есть в этой игре, можно было открывать. А теперь нужно какой-то взломщик. Ну это вообще полный попец. Сейчас, ребятки, я все соберу. Да, ё-моё. А у меня нет воды. А не, есть вода, все есть. Сейчас, пей. А вот еды нету, мужик. Тебе придется до дома терпеть. Вот, вот этот сундук. Вот почему он заперт? Что в нем? Может, опять там какой-нибудь ГГ? Взломщика. Ну ладно, ничего. Будем играть, будем развиваться. Все пересмотрим. Да хорош ты вентилять-то. Иди ты прямо-то. Тут, по-моему, слепой находится, да, ребят? Мы потом как-нибудь попробуем его пройти. Я его ни разу не проходил, я честное слово вам говорю. Так, опять чуть не забыл про него. Я ни разу не проходил его. У меня просто как-то не получалось, что ли. Тут краска у нас одна валяется. Чё ты тормозишь-то, алё? Сейчас я, ребят, все сундуки сразу... Я хотел за кадром это сделать. Ну а чё за кадром? Я потом чё буду бегать сюда? Мне-то как бы не очень требовательно туда-сюда бегать. Блин, вот чё мне делать? Как мне быть? Что мне делать? Сигареты. Фу, гадость. Да, ребята, не курите. Будьте сильными, здоровыми. Не будете ни кашлять, ни болеть никогда. Так, давайте я, наверное, вот это возьму, а вот металл придется оставить. Ну, у меня просто места уже нету. Правда, нету. Да и мы нашего чемпиона надо домой везти. Он уже жрать хочет. Бедняженька-то. Обголодал. Хочешь пиво? На, пиво. Ну и все, обостялся. Вот это да, вот так хумарит он. Вот чувак-то, а у меня? Похмелился? Все, поперли домой. Мы все ресурсы взяли, все, ребят. Второй и третий этаж мы прошли. Вот четвертый, там, ребята, мне нужно зимнюю... Да хотя бы не зимнюю эту, как, броню. Да, а вот этот мне нужен. Алкоголь мне нужен. Потому что без алкоголя я могу замерзнуть, и меня там
съедят, короче. Нафиг. Я тогда, по-моему, 4 раза умер. Потерял офигенный рюкзак. Там, правда, тогда был военный. Вот этого, который у меня сейчас есть. Вот этот самый такой, ну, мощный. Вот этого не было рюкзака. А был простенький. Военный, ну я уже говорил, да? Военный вот этот был. И я его тогда потерял на 4-м этаже. Ну что, ребята? Что у нас тут получается? 25 зеленых, 18 оранжевых и 6 красных. Ребятки, я, конечно же, буду открывать это все. Я полностью открою. Так, это все нужно мне наверх поднять. Вы смотрите, у меня было сделано 2 новые брони. Я старую немного поломал. И здесь, ну это вообще как-то, ну, клево это, наверное, как бы. Ха. Так, давай открывать. 30 красных, но у нас 30 нету ведь, да, красных, ребят. 6 тут, а наверху еще сколько-то. Зеленых-то сколько надо было? Я бы зеленый сейчас бы открыл. Зеленых 20-ник? Да ты чё шутишь? Оу, ребята, а давайте, наверное, эти 3 сундука я отдельно открою, потому что, ну, не очень хочется сейчас его впихивать все в один ролик. Вот. А на сегодня я, ребят, буду с вами прощаться. Кому понравилось это видео, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. А чтобы не пропускать новые видосики, прожмякайте колокольчик. И на этом всем пока-пока.